И всем привет, с вами Макс Риск. У меня куча сообщений пишут в Дискорде. Так, говорим новое обновление. Давайте прямо сейчас. Значит, разработчик, его зовут Роджер. Вот так вот. Сначала. Так, перед началом ролика подпишись на канал, поставь свой лайк. Я начну рассказ. Так, вы знаете, что у нас уже 10, у нас уже 100 тысяч. На там скинешь, что у него 9 уровня и 20 тысяч, там скажем, силы. Я не знаю, что он не качает. Скорее всего, он не смотрел туториалы, ролик по нашей теме. Так что советуем посмотреть, если ты смотришь этот ролик. Обязательно посмотри. Так, говорим о, так скажем, обнове. Так, типа того, подписчик спрашивает у Роджера. Давайте. Подписчик спрашивает у Роджера. Роджер, Age of Ares, когда планируется следующий север? И разработчик ему говорит, вроде бы 2 дня, да? Через 2 дня. А ну-ка, хочу еще раз. Через 2 дня или 2. Через день или 2, вот. Через день или 2. Что, коротко? Короткая инфа. Ну, сейчас просто немножко того. День рождения кого-то. Так что, может быть, простите меня, пожалуйста. Не, ну, конечно, могу найти. Еще давайте поищем. Возможно, там есть. Так, зайдем сейчас по-быстрочку в Дискорд. Мне оператор пишут. Ё-моё, ну отстаньте. Я же говорю, я занятый. Я ролики записываю. Так. ПЖ, отстаньте. Так, вот так. Хочу найти еще разговор о тебе, разработчики. Ну, в общем, новый север через 1 день или 2 дня. Это классно. Потом покажу, как присоединиться прямо сейчас, да. Так, вроде бы Роджер показал нам. Так, новый север. Ясно, он сначала в будущем будет новый север, где там 5 штук, потом уже новый персонаж. Ну, я вот так примерно говорю. Значит, смотри. Нажимаем сюда вот. Нажимаем настройки, скоро 100 тысяч. Так, поменяй роль. Точно? А, нет, не то. Так, по-моему. Да, то. Новый север, потом, говоря, будет тут новый север. Я смотрел ролики в англичанском. Hello, my name is Max Risk. Всякое интересно. Говоря, что музыка громко, я понял. Ну, так сделаю. Он что, были двое штучек, вот эти новый север, потом один пропал, потому что уже все, неделя прошла, новый север пока. Этот новый. Еще неделя пройдет, и он пропадет. Потом откроют еще новый. До скольки, вроде бы говорят, наверное, я что не в курсе. Скорее всего, 25. А где 0.1, 0.2? Скорее всего, их закрыли из-за того, что что-то там читерят. Так, примерно говорю. Это не точные данные, но это примерно подписчики, подпискам. Спасибо за подписку. Говорят еще эти вот подписчики о Роджере. Почему вы добавили подписки, лайки, всякие? Зачем? Если есть YouTube-канал, там всякие. Опа-на! Вступить. Особая королевская мутанта. Так, вот, ну я пока не попаюсь, давай потом. После данного ролика. В общем, вот вся инфа. Через... Они хотят развиться серверами до, наверное, сотки. Сейчас максимум пока что 25. Чем больше, тем лучше, говорят, да. Потом... будут говорить... А, еще скажу вам. Так что они делают текстуру паки, ну точнее заказывают. Нет, это не настоящий инфан, ну примерно да, настоящий. Так. Они хотят сделать новых там всяких картиночек. Для чего-то не понимаю. Так что говорю, что исследуется, окей. Что не прокачать? Блин, я занят. Так, давай запас прокачаем. Нам нужны запасы. Скорость сбора пищи 0.1. Так, война, вступить, потом вступим. Там через 2 часа или сколько там, я что не после. Стоп. Так, я знаю, что вы такие хитрые, не хочу с вами. Так, через 2 минуты, блин. А, ну ладно, отправим отряд. Так, давай-ка. Нет. Давай тогда сам к славу, хоть какое-то подкрепление, но она понадобится им. Так, у нас 19 тысяч можно. Ух ты, хорошо, прям аж. Ну. 10 тысяч можно отправить. Давайте. Прибор, подожди. Мне нужно квест выполнять. Вот. Вот так смогу. 4 тысячи. Ну, бывает меньше дают. Давай посмотрим. Сколько дают нам? Прям вся карта не видно. Интересно. Он еще такая обнова. Вау. Тайный магазин. Прям спрятан. Как так заметил. Так. Вот я, вот этот чувак. Что такое? Отправить еще раз на марш. 1 минута. Я успею? Да. Вроде бы за 6 секунд. Да, успею. Первым... И время закончится на битву. Я успею прям вовремя, отлично. Мы начнем битву. Так, что там? Кто ищет вообще? Ага, понял. Разведчик вроде бы, да? Они ушли.
Ё-моё, я думаю, что это такое тогда, чтобы не лагало, не уменьшить там всяких там монстров. Так, нажимай сюда, исследование, кто не знает. То подсказочку. 100 тысяч, 100 тысяч воинов. Говорят, конечно, миллион есть, подписчиков меньше, так что не знает. Смотрю ролики, значит, не знает. Гигантопыток атакует. Попробуйте выиграть универсальный фиолетовый медаль. Берите, конечно, хочу. Давайте. Окей, сейчас будем разбираться. Слушайте, блин, мне тут говорят, нужно миссию выполнить. А вот такие, не, сейчас, 23 даже. Мы расширились, так, вы там не нужны, вы там будете собирать всякие интересные штучки, а вы там нужны на максимум. Так, вы, значит, будете нас собирать железом. Так, давайте, железо нас тут очень нужно для нашей колонии. Так, давай берем это персонажа обычно, давай не персонаж ушел на службу, так скажем. Так, все, вроде бы, давайте, отправляйтесь. И тоже сюда вот разделяемся. О, тоже 10. Я же вам говорю, когда будет 20, тогда сможем напасть. Напасть можно. Так, значит. Перебор, чуваки. Вы что, уже завалили его? Отлично, нам нужно квесты выполнить. Квесты. Это типа того гайда еще. Мелкие гайды. Ну что поделать? Мелкие, так мелкие. Высоко в небе. Так, я забрать. Забрать приз. Обновление. Вау! Это приз из-за 10. Так, дальше какой? 13. Окей. 13 не так уж и сложно. Так, дальше нужно прокачивать, друзья. Нужно прокачивать. Так, давай-ка. 10. Что еще нужно? Пивасики. Давайте. Так, помощь, позже помогите. Я хочу там получить подарки. Говорят, что максимум от этого чувака можно 24 часа ждать. Один день. Если там много клацать. Потом 5, потом 10, потом всякие, что кто не в курсе. И до 24 часа. Но что-то как-то я не понимаю. Тут, значит, не отнимается. Нет, тут тоже отнимается. Как-то вот так вот. Все прям серьезно. Так, блин, чуваки, стоп. Стоп, я передумал. Хочу узнать кое-что интересненькое. А я хоть там получил, так скажем. Блин. Или получил? Не получил. Я понял, что тут был один гигант. Вы же помните его. Кстати, классная ванна. Блин, ну дали бы такой скин, да? О, подписаться, конечно, хочу. Так, давай, Дискорд, а. Заходить нужно, давай. Ага, спалюсь, ладно, потом нужно. Так, все, не хочу. ML спалю, там потом будете придумать пароли. Или мне что изменить нужно. Подпишись на сообщество приматов. Я уже подписался. У вас там что есть в Фейсбуке и чё? Да, все нормально, в Фейсбуке Дискорд. Я подписан. Я там в Дискорде уже типа того роль получил. Как-то доверие принести, как я понял, как-то мне не очень доверяет. Где подарок? Я жду подарка огроменного. Ролик даже записал. Где подарок? Мелкие подарки получил. Ну хоть это. Так вот, тоже рад этому подарку. Угу. Вот я раздать всем всякие подарочки. Также территория. А, обнов говорят. Ну, в общем, я уже сказал все обнов. Если хотите, чтобы я больше рассказывал, то нужно смотреть больше роликов, потому что мы так часто снимаем. Поэтому ролик нужно растягивать. Так, ясно, что нельзя. Так, давай, 9 минут. Я подожду, помощь, давай, помощь. Так, пора, друзья, на карту выйти. Также забирать всякие. Не, ну эта игра, конечно, дает. Тут нужно просто дефаться, как я понял. Потому что так вот, мне, кстати, предложение кинули. Не. Предложение, это не Play Marketing, а о том, что заходи за фиолетовых. А я хочу за черным закончить, ё-моё. Черного орда, ё-моё, друзья, давайте закончу черную сначала, потом новую. Ну, я потом закончу быстрочко, там также еще пишут мне, да, что как-то, наверное, зря. Так, собираю 30 тысяч за железо, а я так уже их собираю, кстати. Отлично, собирайте, отлично. Кстати, вот вам еще один гайд. Вроде бы можно очистить. Ладно, нельзя. Ну, в общем, можно без героя идти воевать, точнее, собирать. Вообще четко, друзья, четко. Так, собирайте громил в бой, точнее, собирайте железком. Так, а мы в бой будем идти. О, 4-й левел, отлично, попался все-таки. Ну и куда? А, максимум уже, смотрите, уже максимум. Ладненько, тогда я еще один отряд отзвать соберу, точнее. Так, блин, сбор. Ладно, сейчас будет еще последний. Не знаю, что есть ограничение, так нечестно. Ну, такой уж серий.
Дали вы мне в север, я буду что-то вылетел здесь. Почему нет? О, здесь шестерка. Шестого ранга, значит. Так, ну что ж, дорогие друзья, нужно смотреть карту. Что там на карте? Все, или же война какая-то разрушается, мне интересно. Мы уже все построили поезды. Кстати, как там поезды? А ну-ка, Макс Риск, он поезды строит. На, поезда не построил. Так, сейчас будем строить, друзья. О, хватает железа. Я там собираю, кстати, железо. Так, значит, что вам нужно купить? Так, вот, пушку куплю, а это не куплю. Пушку, пушку, пушку. Так, так, так. Так, отлично. Так, 500 уже. Нам нужно, хватит, да, а еще. 50 хочу. 50 подарков. Давай, 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 50. И новый сыночек. О, даже напиши в комментариях, что мне снимать. Скорее всего, я буду снимать вот эти продолжения. Некоторые могут, конечно, смотреть до конца. А некоторым вообще кусочек. До конца, конечно, вы молодцы, получаете недополнительные гайды. А некоторые просто за инфу, за обнову. Ну, конечно, растягиваю, как ютуберы говорят, растягивайте. Но потом буду растягивать, вот и все. Ну или когда будет время, тогда могу растягивать. Так, что там такое, а? Камень какой-то, камень какой-то. Что-то я не вижу. База какая-то. Ну, 13-й. Усиление, транспорт. Кто это такой? Это что, лидер? Что-то я не понял. Что-то я не понял. Кто он такой? 400 тысяч. Ух ты, ё-моё. Чувак, ты с легендарным чуваком. Тут можно транспорт. Я что, я могу дать что-нибудь? О-хо-хо-хо-хо. Взаимодействие транспорта. Ставка налога. Чё, блин, какая ставка налога? Чё, он командир какой-то? Админ, что ли? Друзья, я хочу заново начать, чтобы присоединились и мне тоже давали, что ли. Чтобы я там руководил их, сказал. А, такой. Так, чувак, я тебя понял, кстати. Ты у нас тут в Орде. Стоп, ну, похож, похож. Да, сомнительно. Говорят, что бессмысленно заканчивать эту игру. Точнее, говорят, другую игру можешь сыграть. Это не так уж и сложно. Ну, блин, за Черную Орду прикольно. Вот напиши в комментариях, мне продолжать, если все-таки закончить и начать другую игру. Так, что это значит? Очки. Снимается, прибавляется, что-то такое вот. Да, интересненько, интересненько. Вообще, дорогие друзья, сегодня, наверное, роликов не будет или будет. Ссылка на канал в описании. Макс Риск и Риск Старт. Вот так как-то. Также Макс Риск Гейминг. Игры. Так, на поезде никто. Ну как-то, да, скучновато. Говорят, там битва есть. Если я присоединюсь, то вы знаете, что я стану очень-очень медленным атаковать. Сколько я буду идти? Часов 13 минут, все-таки не так уж и много. Тут даже 13 минут, прям просто контент делать, говорят. Ну, блин. Напиши в комментариях, мне можно уже тут закончить? Ну, можно потратить всякие-всякие интересненькие. Потом уже закончить. Так, это Черная Орда. Подкрепление. То есть это охраняемая штучка. Ясненько. Охраняют, смотри-ка, охраняют. По 1000. Ладно, всем удачи, всем аккаунт. А, железо мы даже не собрали. Стоп, я не собрал железо. Стоп, это говорят. 28 тысяч. Так, чувак, собирай, я тебе помогу. И всем удачи, всем пока.